Шум станков, запах свежепиленного дерева и простор для творчества. В станице Сиверской открылась школа столярного мастерства «Фрезером». Начали сразу с практики. Устроили мастер-класс по созданию подсвечников. Ребята выбирают желаемую форму, мастер просверливает нужное отверстие на станке. Затем вместе с помощниками изделия шлифуют. Конечный этап – покраска или вскрытие лаком. И вот готовые подсвечники уже у ребят в руках. Диме и Матвею мастер-класс так понравился, что они сделали сразу по два подсвечника и уже придумали, что еще хотели бы смастерить. Ну, я хочу сделать фигурку солдатика, попробовать. Я хочу сделать лампу. Раньше основам столярного мастерства обучали в школе. Сейчас на уроках технологии больше теории, чем практики. Тем не менее, важность умения работать своими руками понимают даже дети. Чтобы дети могли что-то делать сами, а не только покупать в магазинах готовые уже сразу. Открытие школы стало возможным благодаря участию Натальи Черепановой во Всероссийском очном грантовом конкурсе «Атрос молодежи». Девушка представила свой проект на региональном форуме и вошла в число 13 победителей. Заявку на грант я подала совершенно неожиданно для себя. Я сначала хотела в Сиверской открыть общественное пространство, вообще, чтобы это было что-то связанное с творчеством. Но так как мы уже в течение года занимаемся мастерством столярным, точнее не столярным, а ЧПУ мастерством, ну то есть это близко к столярному. И таким образом родилась идея, что можно передавать свой опыт ребятам. На деньги гранта закупили оборудование, станки и ручной инструмент. Многое сделали своими руками, например, столы для работы. Ремонт в помещении провели тоже своими силами, с помощью спонсоров и волонтеров. 7 февраля школа приступает к полноценной работе. Наша школа сейчас рассчитана на ребят от 14 до 18 лет, но так как запрос появился на более младший возраст, то мы приглашаем ребят и с 10 лет, но с ними мы будем работать на ручном инструменте, без использования электрического. Записаться можно к нам по телефону. Телефон наш указан во всех социальных сетях. В Телеграм мы выкладываем всегда информацию о наших курсах. Сейчас ведется курс, набор на курс «Старт». Это буквально 3 занятия, где мы рассказываем вообще о самой профессии. И можно попробовать, просто хочется тебе дальше этим заниматься или нет. В планах внедрения и других курсов. Продвинутый и профессионал. Последний будет доступен не только для подростков, но и для взрослых, которым хочется обучиться работам по дереву. Раз в месяц планируют проводить мастер-классы, на которых дети смогут работать совместно с родителями.